По официальным данным, в России от репрессий пострадало почти 800 тысяч человек. На самом деле больше. Дети, родственники, друзья, близкие репрессированных – тоже жертвы. На сегодняшний день в муниципальном образовании город-курорт Анапа осталось не так много тех, кто лично был репрессирован, кто лично пережил на себе ужас выселения. В Анапе осталось 1500 лиц, имеющих этот статус. Редеют ряды ветеранов и редеют ряды тех, кто в разной степени испытал на себе все беды советского лихолетия. Память жертв по сложившейся традиции почтили в Центре культуры «Родина». Минута молчания, молитва и планы на будущее. Участники памятной акции обсудили вопросы воспитания детей и подростков. После официальной части на сцене «Родины» прошел концерт в знак продолжения жизни и истории. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.